этим инструментом гораздо моложе вязания спицами или иглой. Никто не знает наверняка, когда именно оно зародилось, но считается, что в Европе оно появилось не раньше XIX века. Есть теории, что вязание крючком пришло к нам из Китая, Южной Америки или Аравии, но они не доказаны. Также исследователи якобы находили работы, созданные с помощью крючка в Европе и до 1800-х, однако позже доказали, что они были созданы с помощью иглы. Скорее всего, самое раннее упоминание о вязании крючком появилось в автобиографической книге Элизабет Грант под названием «Мемуары городской дамы», и датируется оно 1812 годом. Однако в своем произведении автор называет рукоделие необычным для нас названием «пастушьим вязанием». Вероятно, оно так называлось из-за того, что инструмент, который использовался в нем, назывался пастушьим крючком, похожим на пастушью трость. Спустя 12 лет, в 1824 году, в голландском журнале «Пенелопа» уже появились первые узоры для вязания крючком. Так или иначе, вязание крючком начало активно развиваться в середине XIX века. Так в Ирландии во время голода 1845-1849 годов. Бедняки занимались этим рукоделием, чтобы добыть себе на пропитание. Со временем ирландское кружево стало популярно в Америке и в Европе, и было в моде вплоть до начала Первой мировой войны. За его популяризацию можно сказать спасибо Риево дело Бланшарди. Она мастерски превращала старое кружево, связанное иглой, в кружево, созданное с помощью крючка. Первое издание вышло в 1846 году. До России искусство добралось только к концу XIX века. Отечественные рукодельницы с его помощью в основном вязали кружево, заимствуя узоры из народной вышивки. С момента своего появления вязание крючком никогда не выходило из моды. Пользуется популярностью оно и сейчас, ведь, на мой взгляд, это не просто расслабляющее занятие, но и способ обновить гардероб, привнести в интерьер изюминку и порадовать близких собственноручно сделанными подарками.